Анютка, мы сегодня с тобой молодцы. Да. Случилось чудо. Время. Час доходит дня. И мы с ней успели выполнить задание. Ты. Да. Я вот. Тоже переживала. У нас папа еще собирается. Только ехать. Аня вон дорисовала свой этот натюрморт. Но мы с ней прямо все быстро-быстро старались сделать, чтобы нам осталось немножко свободного времени, да? Только вот тарелка чуть-чуть какая-то стоит прямо, а не лежит. Ну, почему-то да, почему-то она у тебя... Ну, я пытаюсь фрукты нарисовать, но я не могу фрукты рисовать маленькие. Ну, надо было ее вот так вот рисовать-то. Я не смогла. Как у блинов примерно тарелка должна быть. Ну, ничего, мы сегодня молодцы. Папа у нас сейчас на работу отправляется. Ксюша тоже, да, все сделала, нет, еще? Еще нет. Сейчас у нас... Я на первом месте. Ксюша на первом месте среди учеников. В общем, пишем родителям, что не можем по биологии сделать. Учитель нас так и не привязал к классу, никакого ответа нет. В итоге мы решили выполнять, фотографировать это все и отправлять ему на этот в сетевой город. Да, Ксения? Я мама. Вот сейчас нам останется только все это отправить, все наши работы, и все. Фу, мне можно выполнять частично свои дела. У меня аж даже руки трясутся, я снимаю от радости. Слушайте, это нервный срыв у родителей, точно. Марьяшка носится. Папа собирается у нас на работу, да? Ой, и ты на первом месте. Ну все, вот они. Радости у детей. Радости, да? Нету радости. Ну, радости-то не особо, но... То, что на первом месте, это хоть какая-то радость, да? Вот, смотри, сколько мы уже собрали, даже больше. 96 у нее баллов, вон, среди всех девчонок. Молодец. Мальчики еще. Папа, он нам кричит, я уехал. Все, Женечка, пока, папа, давай. Давай руку тебе пожму. А еще какие-то здесь призы есть. Аня с утра встала, замерзла, мы с ней даже зарядку сделали, да? Мама, смотри, какие-то призы. Аню, Марию пришлось немножко отвлекать опять... телефоном и мультиками. Что делать? Это единственный выход у нас сейчас, да? Папочка наш приехал, привез деткам кукурузные палочки. И что там еще было, Маря? Вот такой вот конструктор. Три упаковки было, да? Так. В другом бочка и свинья. Что делать надо, Ксюш? Не знаю. Мария. Доставать, свинья вылетает. Ну-ка, Аня, покажи, как вы играете. Или Мария тебя не пускает с собой? Да мы не понимаем. А, я так понимаю. Так это надо по очереди, наверное. Сначала свинью вставить. Нет? Да. И достаешь, а она просто должна выпрыгивать. Да, вот я первая достаю, Марьяна вторая достает, и свинья выпрыгивает. Она прямо выпрыгивает? Она на второй раз выпрыгивает, да. Да? Ну-ка, давай еще выдергивай. Подожди, Марья. Сейчас мы сделаем. Пусть. Надо же правильно сделать. Просто видишь, там пипочка, которая свинью выталкивает, она туда засунулась и не достается почему-то. Не знаю, почему. Подожди, Ксюша, сейчас сделаю. А в третьем-то что было? Там какая-то светяшка была фонарик, или что? Фонарик, который нифига что-то не светится. Уже батарейка села? Подожди, так может быть... Что-то это на руку оно. Жужжать должно быть или что это? Нет, это фонарик. Ну-ка, папа, разберись-ка, что это такое? Что он не работает? Что-то... Он что-то весь разламывается. Женя ест спартанский ужин. Говорит, пожарь мне колбасы, яйцо и картошку мы вчера отваривали. Вот эту вот штуку с закусочками мелитопольская. Господи, что шарешь-то ты так телевизор-то? Невозможно аж даже говорить. Вот эта закуска что-то не очень нам понравилась. Брали в этом в светофоре или в маяке, я уж не помню, мелитопольская. Один лук здесь. Написано перец, помидоры. Ну, так себе. Марьянка пока спала, я здесь помидорками занималась. Еще часть надо будет доделать. Что-то какой-то он все крякнутый. Ничего не крякнутый, просто непонятно, что это такое вообще. Это на палец, наверное, одевать эту штуку или что? Нет, там что-то нажимать надо. Да покажите, есть рисунок? Нет. Мне Андрюха Косовский звонил сегодня на WhatsApp. Я так некогда было мне ему ответить. На, перезвонить. Это друг детства? Да, видели живет. Надо срочно звонить. Сейчас поеду звоню. Понятно. В общем, что за штука, непонятно. Куда что нажимать?
А тут вот какая-то штучка, это что такое? Вот это вот. Не могу понять. А, так вот же выключатель-то. Где? А что? Вот он. А. Только он что-то не рабочий. Батарейки сели, пока лежали в этом. Ну, наверное. Ну, просто фигня, наверное, какая-то светится, да? Как этот светодиодный. Как отработался? Как там? Ну, как там дела на улице обстоят? Много машин-то? Хорошо. Все хорошо? У нас ничего нет. Ага. У нас нет коронавирусов всяких. Клоунавирусы? Клоунавирусов нет. У нас все хорошо. Все гоняют, все нормально. Все гоняют до поры до времени. Ну, может. То он вчера читала сообщение. Один заболел с 13 контактировавших, еще что-то там. В общем, уже как минимум, наверное, человек 50. Ой, все, я не буду дезинформировать, я вообще никакую информацию давать не буду, а то меня там это арестуют. Ты как бабка-сплетница. Я вообще даже стараюсь уже не смотреть всякую эту информацию. Стараемся. А нам сейчас и некогда ее смотреть, да, Женя? А что хлеба? Надо хлеб-то? Нет, что, картошка, второй хлеб. Ой! Ой, это что такое? Марио вниз головой гоняет на велосипеде. Вот это да, вот это гонки. Папа уж устал, бегает-то тут с тобой. Бегай. Бегай. Опять сняла резинки, а? Иди бегай. Гоняет она. Закончился марафон «Научи.ру». Да? Да. И будем ждать розыгрыша 13 апреля. Гриша крутой. Гриша у нее стал крутой. Аня заработала 817 баллов. Да? Покажи эти лидеры-то. Смотреть лидеров. Я на первом месте. Так, Анютка у нас на 101. Первом месте. Она набрала 101 балл. Это по классу у нее. Там кто-то 81, 72 набрал. Что ты получила? Какой тебе приз-то дали? Не знаю. А, вот, подожди, нажми призы. И вот 13 апреля будет розыгрыш. Разыгрываются 4 планшета, 50 свитеров, 100 штук игрушек. Ну и всем дается стикер в чат. Вот так вот. Да, Анютка заняла первое место и по классу заняла. Класс у них вот такой вот веер получил. Да? Надо было 500 баллов набрать у них. Золотой набрали. Веер. Да, и Анютка получила вот такой вот значок «Лучший в классе». Ну и сейчас будем ждать только 13 апреля. Вдруг Анюта у нас планшет выиграет, да? Apple. Давайте, давайте нам все лайки, чтобы Анютка выиграла чего-нибудь. Или хотя бы толстовку, да? Да. Ждем от вас лайков, лайкусиков. Папа, ты говорил, чё? Тебе сайгу брать надо. Он мне каждый день сейчас говорил, сайгу надо брать. Пошли быстрее, Маля, вперед. Сейчас новости смотрела, я говорю, добавляют эти, строят заводы везде в Симферополе. Да, ой, не заводы эти, скажите, я скажу, больницы. Для больных, я говорю, наверное, неспроста это все строится. Молодец, Анюта, молодец. Я на первом месте? Ну, Гриша у нее, видишь, крутой какой стал. А что он? Ну, он был же без очков, и сейчас какой-то крутой стал в нее. Мирусю мы сегодня вывели на улицу, ей в будке там хорошо, она себе спит спокойно. Сейчас заведем ее, укольчик поставим. Обезболивающее, да, и будет у нас еще антибиотик. И перевязка. А, нет, сегодня перевязку сказали не делать, так как у нее все хорошо. Шовчик чистый. Я там занимаюсь, рассаду пересаживаю. Земля закончилась, на сегодня уже все заканчиваю с этим делом. Да? А эти террористы тут бегают по дому. Иди, папа, бегай. Иди, папа, бегай. Ты меня стрелять будешь? А-а-а, Марьяша! Раньше времени выстрел-то сделала. Даже не приметилась. Не наметилась. Давай, иди, бегай. Бегаю. Убегай, папа. Все, убежал террорист. Ксенька в душик сходила, сидит, музычку слушает, да? Нет. А что делаешь?
Сижу просто. Просто сидишь? Здорово. Втыкаю в стенку. Весело. Очень. Так проходит карантин. Угу. Сижу в уголочке. Нет, как там этот стих-то? Сижу за решеткой в темнице сырой. Да, и Ксюша тоже в уголочек здесь забилась. От террористов прячется. Чего вы убежали-то? Давайте ко сну готовиться уже. Давайте, время много. Девочки, ужинать кто-то будет, нет? Стой, стой, ты куда? Стой, стой, ты куда? Стреляй давай в него. Папочка, фан. Ботан. А, в смысле, я тоже ботан, получается? Нет, только папа ботан. А я Бузова, да? Какая-то Бузова. Ты сама сказала. Ты Арбузова? Ну да. Ладно, все, на этом влог сегодняшний буду завершать. Или что, Мирусю еще показать? Нет? Как ты ее покажешь? Ну, как укол ставить. Да не будем это показывать. Ладно, в общем, если что, завтра вам ее поснимаю. В принципе, она себя чувствует хорошо. Поэтому все, завершаю на сегодня влог. Всем до скорых встреч. Ставьте лайки, чтобы мы с Анютой что-нибудь выиграли, да? Патрон. Да, патрон у нее. Патрон. Там будет розыгрыш-то производить с этим генератором случайных чисел. Поэтому давайте на удачу нам все ставьте лайки. Говорят, надо скрещивать пальцы, а вы нам лайки ставьте. Чем больше лайков, тем больше возможность, что мы что-то выиграем. Да, и чем больше баллов. Да, баллов ты уже набрала. Здорово. Больше всех. Поэтому все, в общем, ладно, опять я тут долго болтаю. Всем до скорых встреч, до новых видео. Пока-пока. Пока, 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 Нютка, скажи всем пока-пока. Всем пока-пока. А Мария, скажешь всем пока-пока? Скажи всем пока-пока. Что у тебя в волосах-то? Мария, скажи всем пока. Я люблю ногу. И пока-пока. Бандитка, разбойница, террористка. Как ты, ты вернешь сейчас?